приглашаю вас с нами в наш танцевальный центр. И мы сейчас поднимаемся на третий этаж, где вас ожидает море позитива, танцев и парочку сюрпризов. Я знаю, что Stars одна из самых популярных школ танца. Это современный коллектив танцев, который мне очень нравится, я хотела бы танцевать там. О, так, это самый лучший танцевальный проект. Я вас познакомлю сейчас с вашим хореографом, который будет сегодня с вами заниматься, танцевать и работать. Это Веро. В этой хореографии, которую мы выучим сегодня, она будет очень простая, она будет подсчет. Да, это женское исполнение, женская манера. И единственное, чего я от вас хочу, это манера. У нас есть 40 минут, мы быстро разомнемся и будем учить хореографию. Это то, что я хотела в жизни получить. Девочка Вера, тренер, вообще очень классно, на самом деле, очень понимает, улыбчиво, и сама постановка, танец очень крутой. Тяжелый, конечно, но она хорошо его преподносит. Такие трудности, так как этот стиль я никогда не танцевала, но я чувствую, что я его скоро освою. Свои шансы на победу, ну, я оцениваю достаточно высоко, так как я занимаюсь танцами, но буду надеяться на лучшее. Идем все All Stars. Атмосфера, музыка, много людей, 700 человек целых в школе All Stars. Вот. Все приходим в All Stars. Сейчас мы снимаем программу «Солодка Кубачина». Девочки берем на предыдущей тренировке, выучили небольшой кусочек. Сейчас мы с ними его повторим и потом вам станцуем. Nothing else like this. I'ma make you my bitch. And it's not even my birthday. Вы умнички, похлопайте себя. И мы должны определить, кто не попадет в следующий тур, а в этом ребятам не помогут. Да? Кто болеет за Олю? Кто за Катюшу? Последняя Алина. Поддержка. Спасибо всем большое. All Stars, мы вас любим. Олечка, не расстраивайся, поскольку Соник с Веро подготовили тебе суперприз. Сегодня ты у нас выигрываешь подарочный абонемент от All Stars. Это подарок от нас. Потому что ты молодец, приходи к нам тренироваться. Это безлимитный абонемент на целый месяц. Ты можешь заниматься хоть с утра до вечера, любыми направлениями, любыми. Это передача «Солодка Побач». Здесь каждый танцует душой. Спасибо большое, Веро. Спасибо большое, Маша. Спасибо большое, Саша. Я счастлива.